стал известен следующий президент России. Сиди Кафган назвал дату рождения следующего президента России. Афганский математик высчитывает все события в мире по формулам, таким образом предсказав развал СССР и теракт 11 сентября. Теперь маэстро сделал новый расчет, он связан с будущим всей России. Известный математик из Афганистана Сиди Кафган продолжает удивлять весь мир точными предсказаниями, которые он делает по особой формуле. Это фантастика. Но именно Сидик в свое время предрек развал СССР и теракт 11 сентября, таким образом попав в список гениев мира, внесенных ООН и ЮНЕСКО в список достояния человечества. Согласно собственным откровениям, Сидик придумал цифровую матрицу, которая рассчитывает судьбу отдельного человека или государства по точной формуле. Из самых ярких прогнозов на будущее мира Афган предрекает кибервойну, развал США, а также масштабный экономический рост России. Самым интересным прогнозом Сидика стало вычисление точной даты рождения следующего президента России. В результате расчетов стал известен следующий президент России, а точнее его дата рождения. По его словам, он рожден в 1972 году и, вероятно, уже занимается политикой. А вы что думаете об этом? Напишите в комментариях. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.